Сегодня в мире примерно 124 миллиона слепых людей. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году их число может удвоиться. Во многих странах в Международный день слепых проводятся мероприятия, цель которых – создать условия для всестороннего участия этих людей в жизни общества, расширение их возможностей получения знаний, повышение их занятости и в целом улучшение образа жизни. В Сочи эту задачу решает программа «Доступная среда». Благодаря подготовке к зимним играм в городе появились контрастные указатели, тактильные плиты, говорящие светофоры. В социально важных учреждениях надписи дублируются с помощью шрифта Брайля. Конечно, все это не заменит слепому человеку полноценного зрения. Но все же городские улицы и заведения перестали быть для людей с белой тростью комплексом препятствий. Меняется и менталитет жителей. Слепой человек не ущербный, просто он ощущает мир по-другому. И это с успехом доказывают сочинцы на различных конкурсах и выставках. Напомню, что в международном календаре есть еще дни, которые призывают общество не забывать о людях, которые нуждаются в самой простой поддержке. Это Международный день глухих, он отмечается в последнее воскресенье сентября, Международный день белой трости 15 октября и Международный день инвалидов 3 декабря.